На конкурс дети читают стихи. Шахманова Екатерина, 7 лет, город Смоленск. Агния Барто, Катя, мы целое утро возились с ростками, мы их посадили своими руками, мы с бабушкой вместе сажали росянку, а Катя ходила с подругой по саду. Потом нам пришлось воевать с сорняками, мы их вырывали своими руками, таскали мы с бабушкой полные лейки, а Катя сидела в саду на скамейке. Ты что на скамейке сидишь, как чужая? А Катя сказала, я жду урожая.